То вот эта цель, которая перед печенькой скинул, сдвинулся. Кто бежал? Когда честный ответ. Рамастан, когда заморозилась глыба, когда человек на центр выносил, перед боссом стоял дамажик босса Рамастан. Ладно. Рамастан, аккуратней надо. Просто надо, ну, что... надо для тупых показать, вот смотрите. Да не для тупых, Вой, тут два человека и этот новенький. Подожди, давай еще раз, подожди, как сбросить стаки, не которые, блять, таинственную энергию, стаки, а вторую, которая на камушек похожа, с которого, ну ты понял, короче. За глыбу встать. За глыбу встать. Просто за... Да, я подожду. За глыбу, ждешь до окончания боя. Нет, которая вешается на, вот в начале боя, освобожденная магия. Так. Ее не больше. И она висит 30 секунд. Когда ты используешь магический каст, на тебя вешается дебаф. Ну, я понял, просто не бить, когда 3 стака. Чтобы он когда 3-4 стака, ты не бьешь. Угу. Да, ты, правильно. Это кто сейчас говорит? Это маг или Самир, кто? Да, да. Смотри, ну, ты я можешь... Понял, скипать, я не понял, как скипать. А, второй. Ну, смотри. Ты можешь ее скипнуть глыбой. То есть ты, если видишь, что на тебе дохуища стаков, ты можешь просто взять и кастовать, то есть по истечению, когда вот этот первый дебаф, да, освобожденная магия, mm-hmm. заканчивается, у тебя дается 5 секунд, чтобы засейвиться. Ты можешь прожать глыбу, и тебя не шотнет. Mm-hmm. Короче, не когда у тебя дохуя стаков, а когда на тебя повесилось, сразу снимаешь глыбы. Это гелец я тоже пугаю. Или так. Короче, я так понял, он не про это спрашивал. Есть. Не-не, да я понял, как вторые стаки скидывают за глыбы. За глыбы сбегаешь. Вот смотри, центр босса в кружке находится. Ромбик — это глыба, а ты квадратик. Ты должен стоять на одной линии центра, глыбы, и сам должен на этой линии стоять. Если ты выбежишь вот так в сторону, то по тебе из центра босса будут проходить стаки. Каждый стак — это 10% магического урона. Они стакаются до 99%. Их надо скидывать за каждой глыбой. Если вы не будете хоть за одной не скинете, то вы можете, вместо того, чтобы в склеп вас прилетит, пол хп снесет, он вас прилетит и ваншотнет, и весь да. Проявится. Соответственно, вот красе, надеюсь, ты понял, что надо выбегать как. Так, мы стоп. Показали, и когда еще на тебя не было. Метки полбеды. Смотрите, когда она взлетает, летит сосулька. Там будет белое пятно. Вы должны спрятаться за глыбой так, чтобы траектория закрывала это белое пятно. Не просто да. Стать за глыбой. Что он еще падал. Ее лучше видно при хай плотности частиц или минимум. Да, нужно сделать этот макрос, как его там, камера макс фактор дистанс 10. И отдалить максимально. Тогда или ты нет, будешь саму, видеть. Саму настройка, да, ставишь. На большой плотности частиц или на маленькой? А, ну, на большую. Еще лайфхак. Можно смотреть на людей, куда прячутся люди. Те, которые не умирают. Так, ладно. Убиван, то чего не хватает? Фулл баф дали? Еще лайфхак. Можно стоять... Рыба. Вот. И тогда будет точно видно, куда падает глыба. А не прям вот, блядь, еще глыба. Еще раз чек на готовность. Давайте, много информации. Ставили? Рыбу я ставил. Еще что ли нету? Нате вам, блядь, еще поставлю. Мне не надо. Мамонта можно? Турбо, поставь мамонт. Деньги, друг. О, бля, погоди, я реги закуплю. Ну, то у меня что-то кончается, нахуй. Давайте, чек на готовность, собрались. Все готовы? Давайте запускаем босса. Едим штруделя. Давай про хилл рейдом. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Ну
Отбежали. Бой, да хренища стаков. Все, я прожал. Воздушная фаза. Варшок, МЛО, Пчелкин, Войт, Бузер. Вышли. Поделились местом. Отлично. Вот так вы должны стоять. Подбиваем. Центр чуть правее. Прячемся. Ксен, слева. Красен, смотри за рейдом, как прячется. По центру. Аккуратно глыбы только не слейте. Слева близко. Слева близко. Убили глыбы. Отлично. Пока лежу. Нихуй БР, на БР есть. Ничего, нормально. Так проходит. Бежали. Шелкин, получше отбегай. Воздушная фаза. Эльрей, Шреддер, Лопосос, Царь Обезьян, Убивантус, вышли. Прячемся. Центр. Угу. Справа близко. Справа близко. Следим за... По центру близко. Очень близко по центру. Прячемся. Где там, блядь, он? Лево далеко. Разбили глыбы. Очень хуёво глыбы разбиваем. Бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Воздушная фаза. ММЛОЛ, Шансунг, Морфис, ДНМ, Бузер. Вышли. Отлично. Слева близко. Распределились по глыбам, бьем. Справа. Слева близко. Дикость вылетела или что? Хуёво, слева. Разбили глыбы. Вторая фаза. Забываем, РДД играет по боссам, милишники по глыбам.
Секс лол налево. Чисто в звезду. Прячемся, сбрасываем стакер. ММ лол на центр. Поджались чуть-чуть. Прячемся, сейчас притяжка будет. Убежали. Вы не убивайте под какой-то. Эль-Рей налево. Убивантуса прохил. Беги. Забыл. Я на центр. Отошли из центра. Сбили милишника в лобу. Так и сбрасываем. Шарпистул налево. Сбрасываем. Бойзер на центр. Хеклол на хп. Быстро. Шарпистол на хп. Тохлый налево. Блять, притяжка будет. Отбежали. Алиса, прожимку. Убивантус, прожимку. Отбежали. Лопасос, пчелки на БР. Всех слов на центр. Все, центр тоже. Царь на ХП. Желание на ХП. Ленар налево. Ивантуса прохил. Это танк. Танка надо засейвить сразу. Быстро. Быстро разбили. Быстрей. Шансонг на хп. Уже давал. Блять, и бузер. Бузер, встать можешь? Я на центр. С центра отойдите нахер все. Центр. Танка захил на хул Ленара. ДНМ налево. Играем чисто по боссу. Геру нет тогда. Да бузера нету, ёпта. Да ну это вайп, но. Почему каждый край находится человек, который замораживается второй с колбой? Нахуя это? Морозь всех. Это еще 600к бить. Красен, ты понял, что надо делать? Или нет? Угу, отлично, масс-рез. Объясните, пожалуйста, бежал за всеми, и то ли кто-то взорвался, что меня убило. Бежал вообще мать. И somewhere while, короче, вставайте, бегите. До вас раз не достал. Биван, ты тоже вставай. Толк себя ты взрываешь. Герри по всем будет дамаг. Да, это кто говорил? Кто говорил? Я бежал вообще массе, на мне магический контент. Блядь, не как было. Твой ник? Ник твой. Челкин. Челкин, смотри аккуратно. Дамажит, смотри, тебя на второй фазе, соответственно. Если притянуло, тебе надо моментально бежать. Если ты видишь, что ты не, как его, не успеваешь, прожимаешь бабл. Тебя точно не шотнет. В
второе. На второй фазе стакается дебаф магическая концентрация, которая увеличивает тебя дамаг вообще полностью. Любой дамаг от магических. На 10% каждый стак. Если ты его не сбрасываешь за этим, соответственно, босс ауешит постоянно, пока не на фазе, не на воздушной. Босс ауешит от магии льда где-то по 2 пока в несколько секунд. По всем. То есть, соответственно, когда на тебе магическая концентрация, у тебя дамаг это увеличивает. Я бежал, но мне стаков вообще не было, и этой Нет, дебаф, когда ты, ледяная аура называет. А. Потом мы сбрасываем за глыбой. Да, ой, поэтому мы сбрасываем магическую концентрацию за глыбой. Чек на готовность. Пусть бы еще кардедешником, когда, блядь, на третьей фазе. Вот кружок и звездочка начинают по очереди бросаться метки. Не подходите к ним, не замораживайте вторую метку. А, значит, смотрите, давайте кое-что поменяем. Царь, ты тут? Да. Хила, бля. Шаман, да. Который Корсен, Даларан, камень. И ставьте шкаф с Монтипана. Я в хила, он больше меня дамажит. Да, Боже, я пистол давай в хила. Я что-то... Пусть шарпи хилит. Да, давай. Так, давай так. Так что, Красен, надо посмотреть тактики, пожалуйста, на ЦЛКшечку. Хорошо? Пойми правильно, 228-й шмот. Здесь, да, здесь ну... непроходной, да. Нет, мы забивали слот, почему? Провагонить могли бы, но смотри. То есть, не обижайся, чуть переоденем тебя, будешь с нами ходить. Обманываю. Красен, ты слышишь меня? Тупешься? Он партийца. Ага, все, понял. Начисли ему тогда за этого. Так, я не помню, сколько у нас. 400, да? Зачем? За лан. Вопрос. Ледяная аура это что? Это стаки. Да? Нет, это... Это просто дамаг по рейду идет. Каждый да, дамаг по рейду, когда Пендрагоса в этом. Да, 400. Меня просто на притяжке прям убило под ней. Ну, да. Возможно, были стаки на тем. Возможно, ледяная аура. Стаки успел скипнуть. Ну вот, скорее всего, ледяная аура у тебя. Помогайте мне сейвать, а? Пожалуйста, помогайте, я запарился хилить танков, метки, всю эту лажу. Присты, кто-нибудь, помогайте мне, иначе это жопа вообще полная. Ну сейчас, если я увижу вот такую же жопу, если ты скажешь, что ты тоже помогаешь, придется спекать 6-го хила, ДПСа здесь хватит. Принимайте, вот я сейчас 4 метки просто сам захилил на фул. Вот просто метки бы сдохли иначе бы, просто. А их не любит никто ход, ты шо? Зачем их надо ход? Пан, кушай рыбу. Бафать ничего не надо. Забафать пана. Пана, пробав фул быстрее. Надо дохилить, типа, до освобожденка тоже, только в пределах разумного. Чек на готовность. Остальные по тактике все знают. Варшок, не давай щит по шарпистолу. Вообще никогда. Спасибо. Обивантус. Секс лол. Обивантус готов? Он на ФК сказал, где-то там 4 минуты будет. Вверху в чате. Это хуёво. Не знаю. Я уведомляю. Ты уведомитель. Как же на голову
Я по Биванцу пришел, еще раз арчей делаю. Чекай, Тёма. Давай, чек на готовность. Все готовы, спускаемся, кушаем штрудри. Бежали. Воздушная фаза. План, Саммервиль, Варшок, Морфис, ДНМ. Вышли. Кучкой не вставайте. Двойной дамаг. Право. Тухлые, аккуратно. По центру. Слева. По центру. Может стоп или по глыбам? Разбили. Бежали. Трепещите, чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Здесь ваша вторжение. Воздушная фаза. Всех слов, Шреддер, Чёлкин, ДНМ, Роман Спанг. Вышли. Лево близко. По центру. По центру. Бузер аккуратно. По центру чуть правее. Лево. Разбили. Бежали. Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Сука, не перевели. На саде тоже проведено, скорее всего. Пан, Ебезик, Джованни, Бузер, Вышли.
По центру чуть правее. Саммервиль аккуратно. Справа. Только это было левее, если что. Справа, за глыбу. Слева. Разбили глыбу. Лопасос дай по Саммервилю ПР. Вторая фаза. Романстанг налево. Спрятались. Пчелки на центр. В печеньку. Джованни, блин. Спрятались. Тяжко. Не бейте. Отлично. Бивантуса прохил. Турбойс налево. Разбили милишники. Шайбер на центр. Шарпистул на хп. Маршок налево. МЛОЛ на центр. Готовимся спрятаться. Спрятались. Не убивайте раньше времени. Геру играем по боссу. Па налево. Брала. Чисто все в босса. Хекс лол на хп, шарпистул налево. Наконец-то свободно. Ой, ты бейльчик. Сейчас кто-то будет рад. Так ты был. Дим, ПР у тебя ниже, так что может на роли дюки сбиться. А, окей. Я ж не знаю, кто рулит просто. Воин, охотник, шаман, надо кому-то. Шо дикость, ГЦ, брат. ГЦ, да. Хотя было бы, была бы она геровская, был бы приятнее. Второй. Украли ТБЛ. Два печеньки, новый охотник шаман. Все. Кто-то за 200к покупает. Чем могу помочь? Береги. Так. Ну могу ли я отойти, пока вот тактику рассказываю? Тактику одному человеку надо рассказать. Тактика. Хуя. Отойди чё? Пока чё. Все равно минус 5 проходит, когда ты рассказываешь. А сама такая мидвей, мне твой голос нравится. Вот так вот, да. А как тактику, тогда я отойду. Баб. Как тактику, так этот змея, блядь, царя смотришь на. Да. Я бы попросил. Вообще-то ужа. Змея, блядь. Так. Все остальные были. Кто-то на мече не был, кроме Саммервилля. Я.
Я не был в пчелке. Я был на лече, я же тебе писал. А, был, да? Угу. Ясно. Соответственно, ребят, Билантус, смотри, ты на трэше, соответственно, блядь, сейчас оставлю. Мне только скажи, шары все бьют? Нет. На шарах у нас будет, будет Шансунг Джованни. Можно я вот так постою, похлопаю? И царь. Спасибо. Блядь, царя одного, блядь. Нахуй. Заслакает ГП, царя. Блядь. Топа царя. Бля, и дикость постав, хули он ТБЛ забрал, блядь. Нет, как его, дикость ГЦ, кстати. Как его? Играет Джованни Шансунг. По шрам. Дальше. Так, меточки сейчас расставлю. Соответственно, весь рейд стоит в кресте. Далее, у Билантуса ты ее утэшишь, соответственно, держишь трэш вот здесь. Далее, все стоят в кресте, хантов у нас нету. Бьем босса, появляется маленький, на маленький и бьем чисто босса. Появляется шаркарь. Шаркаря забирает у Билантуса. У Билантуса на тебе должен быть шаркарь и один или два маленьких. Запомни это. Если кончается маленький, берешь этого, короче, еще одного с рейдом. А на остальных забиваешь хер. Потому что иначе будет долго разгоняться как болезнь, и меньше будешь, ну, то есть медленнее убиваться будет шаркари. Если все правильно сделаешь, они на перифазе где-то секунд 5-10, и они уже будут убиты. Соответственно, себя сдиспелишь болезнь, и как его. Все будет ровно. Будешь помогать Ивинар. Дальше. Соответственно, болезнь, диспелишь, убивантус, только ты. Держишь трэш, диспелишь болезнь. Далее, буду для остального рейда. Буду произносить ник, ребят. Какого? Этот ник, что должен делать? Соответственно, на первой фазе. Первая фаза до 70% хп боссов. Вам надо взять... креста, вот как звездочка делает. Креста, отбежать моментально сюда к трэшу. Не надо перед самому танку бежать. К трэшу подошли, с вас диспелили болезнь, идете обратно сразу же к рейду. Надеюсь, понятно. Это вся здесь для вас так. Это на первой фазе. Дальше. Перед каждой каждым началом фазы, соответственно, второй и третий, будет перифаза. То есть на перифазе, что вы делаете? Вы отбегаете вот сюда, на край. Соответственно, с вас будут появляться духи. На мелких вы можете забивать хуй, это для РДДшников. От босса будут лететь белые шары. Будет лететь рандомного человека в рейде, соответственно. На них будет убивать Шансунг и Джованни. Пока, если их не летит, соответственно, играете по духам. Дальше. Будут появляться духи. Духи будут появляться рандомного человека в рейде, соответственно, их ловит Ивинар. Держит их под к рейду жопой, потому что духи бьют конусным АОЕ перед собой. Соответственно, кто будет перед лицом духа, во-первых, вас может шотнуть. Или принесется по вам жесткий дымаг и повесится сало на 3 секунды. Соответственно, сало, варшок с тебя, диспел с танка. Далее, бьем духов. Если первого духа не успеваем слить, появляется второй, играем по-новому. Второго милишники заклеивают. Дальше, соответственно, также второго не успеваем добить, появляется третий. Играем по-новому. Надеюсь, понятно. Дальше. Переходная фаза, когда будет заканчиваться, нам надо будет с этого края, где вот сейчас лед, выйти в центр. Соответственно, Шредер, ты стоишь далеке, ты можешь порталом зацелиться. Далее, если вы не отбежите, соответственно, вас кинет нахуй вниз, потому что эта платформа обвалится. И просто вы умрете. Дальше, соответственно, когда вы переходите на вторую фазу, соответственно, вы убегаете. Перифаза закончилась, смотрим. Если летят ледяные шары, вы на них не бежите. Если они взорвутся перед вами, вас нахуй откинет с платформы. Соответственно, не только вас, и те, кто были с вами рядом. Далее.
будет еще дух жив, это 100%, соответственно, перед лицом духа также не бежим. Далее, на второй фазе, босса ставят на центр, все становятся под жопой босса, кроме как Шреддера. Соответственно, Шреддер, ты можешь не сбегаться к боссу, поставил где-то портал, но, соответственно, знаешь, и чуть-чуть подбеги, чтобы тебя хилы могли прохилить. Далее, на второй фазе будет появляться три валькирии. Эти валькирии будут хватать трех рандомных человек в рейде, соответственно, кроме МТ, хватать и нести к краю обрыва, чтобы скинуть их нахуй с платформы. Соответственно, там я не помню, какие печеньки, какие метки. Войд, помнишь? Печенька есть. Кружок, ромбик и треугольник. Кружок, ромбик, трусы. Соответственно, пан, твоя печенька, мой ромбик. Давай так. И MLOL, слышишь меня? MLOL. Отлично. Твои трусы. По ним мы даем стан молот правосудия. Первым делом мы даем молот правосудия. Никто больше станов не дает. Соответственно, когда молот правосудия прошел, даем остальные станы. Соответственно, гнев небес и тому подобное. Дальше. Чтобы вывести с контроля с валькирий, надо их убить. Соответственно, валькирии появились, схватили трех человек. Мы играем по валькириям. Для чего вы встаете под жопу? Чтобы валькирии летели в одном направлении, скидывать людей, чтобы их было проще зауешить. Надеюсь, понятно. Далее, босс будет кастовать осквернение. Осквернение кидается на рандомного человека в рейде. Соответственно, когда босс на этого человека кинет осквернение, под ним появится лужа. С нее надо быстро выбежать, не выпрыгивать. Потому что каждый прыжок это считается за шаг в луже. Чем больше вы шагов делаете в луже, соответственно, тем больше она увеличивается. Когда она увеличивается, наносится, во-первых, в ней дымаг. Очень жесткий. Соответственно, что вам надо сделать? Вы отбегаете в рейнже друг от друга, соответственно, смотрите. В рейнже где-то 5-6 метров, чтобы можно было от человека, от этого, на кого осквернение кидается, отбежать моментально. Потому что если будет 2 человека, соответственно, лужа будет быстрее. Вы отбегаете или к трону, где вот сейчас сидит лич, где вот сейчас звездочка, или на противоположную сторону, как его, к порталу, где появлялись. Соответственно, в рейнже. Еще один момент. Вы, когда я говорю 5 секунд до осквернения, соответственно, предупреждаю вас, что когда кинется осквернение, вы не должны бежать на ход валькирий. Надеюсь, понятно. Потому что если вы раскинете лужу на ходу валькирии, мы не сможем, по крайней мере, милишник, вывести должным образом людей с валькирии. Соответственно, если мы выводим с валькирии, они появляются, людей с валькирии, они появляются в осквернении, эти люди просто увеличивают лужу. То есть смотрим. Может валькирии полететь и к порталу. То есть, если что, от хода валькирии мы отбегаем. Надеюсь, понятно. На этой фазе, соответственно, по тактике это все. Дальше мы доводим босса до 40% хп, начинается вторая перифаза. Соответственно, этот выступ появляется, мы на него забегаем и бьем чисто духов. Соответственно, также шарики, все то же самое, как и на первой перифазе. Далее перифаза проходит, начинается третья фаза. А что будет, если вниз прыгнуть? Прыгни, получишь 5000 гп и будешь сидеть довольный. Соответственно, дальше. Босс на третьей фазе ставится примерно вот здесь. Соответственно, ставит его жопой к рейду. Все становятся за жопу босса. Запомните это. Босс будет призывать духов. Когда он будет призывать духов, соответственно, танк будет бежать на противоположную сторону. Не буду бежать туда. Где-то примерно в квадрат. Ну, дальше там, к выступу. Соответственно, танки у нас знают, что делать. Это я вам к примеру. Соответственно, вы что делаете? РДД, хилы, милишники. Соответственно, вы бежите в рейнже друг от друга также. По краю платформы. Потому что после вызова духов будет кидаться на рандомного человека в рейде также осквернение, чтобы с него выбежать.
даем промежуток танку, чтобы ему было проще водить. То есть центр мы не засираем лужей. Надеюсь, понятно. То есть бежите где-то слева, справа, вот так вот. Даете промежуток танку. Соответственно, слушаем мои команды, потому что склонение первое может на третьей фазе сразу не кинуться. Если оно не кидается, или оно кинется, соответственно, что вам надо сделать? Вам надо забежать, опять же, за босса, потому что духи летят на любого рандомного человека в рейде, чтобы они кучей летели в одну точку, чтобы ОТшник мог их разрядить, потому что каждый дух наносит примерно около 15-16к дамага. Если они взорвутся все в рейде, соответственно, это вайп. Дальше танк, ОТшник их разряжает, босс вызывает новых духов. Мы в этот момент побежали, соответственно, по краю. Танк бежит на противоположную сторону, где он стоял первый раз. Дальше. По тактике это я вам объяснил. Еще одна способность на третьей фазе – это хватка смерти. Соответственно, босс рандомного человека в рейде хватает хватку смерти. Его сильно продамаживают, то есть хилы вы должны этого человека прохилить. Его портуют в комнату. В комнате есть союзный моб, то есть зелененький, есть противник моб, то есть красненький. Для ДДшников, РДДшников, что вам надо сделать? Вам надо убить моба, но не убивать его до того момента, пока вы не собьете каст. Надеюсь, это вы запомнили. Для паладинов это станы, гнев небес, колония нежити. Соответственно, для остальных классов также станы, какой-то контроль нежити и тому подобное. Далее. Это я объяснил для ДДРДД. Соответственно, для хилов и для танка. Вам для танка, так же как и для ДД, надо сбить каст, убить моба. Для хилов вам надо захилить союзного человека и сбить каст Красного духа. Это вся тактика на лича. Я вам ее разжевал, соответственно, Фулл баф, пожалуйста, по рейду. Рыбу кушаем. Да, и да, захиливаете моба, захиливаете и помогаете его бить. Соответственно, также сбивая косты. Не только сбивая, обязательно убить моба. Да, обязательно убить моба. Моба обязательно убить всем. Но не забываем хилы. Вам надо захилить союзного, сбить каст, убить моба. Дальше. СС, давай по лопасос. Да не, зачем нафиг? Давай по танку дадим. Если так, кто-то так в комнате протупит из новеньких, то что мы делаем? И что? У нас два танка. У нас есть вой, который может по ШВ залупить, если что, босса продержать. Я могу под божественной защитой продержать его. Да надо отпить. На две тычки ты там будешь под бафом этим. Ну ладно. Каску обновите. Каску обновили, ребят. Так, дай-ка я вынесу себе на панель таунты на всякий случай. Герку с полу не забудь дать. Не надо Геру с полу давать. Лопасос, Убивантус, готовы? Бафы раздали быстрее. Я пока не могу. Все готовы, боссу заложу. Вон сова. Ты чё, Шредер? Неужели прибыли наконец? Хвалю. На пул даете Эльрей Морфи, даете в Эйвинар. Чучулан. По нём Шредер. Как его? Убивантус, не надо ретаун делать, если что, так сразу. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Давайте сделаем все красиво. Пока у папы ксива. И получим и в закат. Шмотки, и погнали, да. И погнали паровое, паровое подземелье. Нахуй турбо выбивать тело, блядь. Он так его и не выбил. Ты хотел сказать, что в Каражан. Я при нем его расчет. Нихуя, я турбо обещал, я пойду сначала в паровое подземелье. А что там с подземелья падает? Каску обновили. Секунда до боя. Каску обновили. ММЛОЛ, пан. Роман Стах. Обновили быстро. Что
Шаркающего забираю, Бивантус, алло! Шаркающего моба, а не маленького. Саммервиль вышел. Отведи дальше. Диспель. Легли. Да, может без мага? Лопасос, Иван. Ага, без мага. Легли. Стопнули хил. Ну не продиспелили, причем здесь маг вот. Маг отбежал. Не отбежал. Маг отбежал, все нормально. Диспелить должен был. Убивантус. Бивантус, просто... ты меня слышишь или нет? Он не умеет диспелить. Маг убежал перед лицом моба, ребят. Но потому что я не знаю. Стопнули нахуй, Флот. Почему ты не диспелил? У него нет одного. Ты паладин. Привыкай. Не знаю, аддон должен быть у танка. Шансунг на диспеле посидит. Никаких шансунгов. Увижу диспел, получишь ГП. На делать то, что должен делать другой человек. Лопасос, масрез. Бивантус, у тебя хилбот есть или воду? Ну так как он, блядь, продиспели тебе? Там человечек типа бежит, его ну, таргет типа, нажимаешь либо, и либо его заставлять качать прямо сейчас хилбот вуду, либо ставить кого-то второго на диспел. Не, ну есть еще лучшая идея. На ком черепок будет диспелить? Хорошая идея. Убиваться. Без аддонов ты есть... не... Ну типа... Аддоны это все для отсталых даунов. Смотри, Убивантус, нажми кнопочку О английскую. Это восклицательный знак в белом кругляшке. Нажал, нажми там, да не надо. Вкладочку Рей. Не надо. Я а как он будет выбирать людей? Я по диспелю сам. На следующий раз. У меня вопрос. Топнули. А через хилбот можно истерию кидать? Можно. Скачай хилбот себе на танка. Убивантус, на следующий рейд, чтобы у тебя был или хилбот, или вуду, ты должен отрабатывать свою роль на 100%. Фулбаф дали. Чек на готовность. Запомните паладины. Паладины это саппорты. Те, кто может помочь рейду. Они чистые ДПСеры. Бивантус готов? Все готовы, завожу босс. Сопрот тут не нужен. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя живых. Шаркающий моб, это большой моб, если кто. Вон, видишь, появился за танком. Цепляю его. И одного маленького. Всех слол. Обратно.
Маленького еще цепляй. Одного только, отлично. Маршок. Еще цепляй маленького. Сейчас будет второй шаркарь. Шарка еще у большого забирай. Забирай, забирай, отлично. Бузер. Обратно. Маленького забери, одного. На остальных забей. Еще одного забирай. Сдаем ему дух. Отлично, на остальных забей. Себя только продиспелить не забудь. Когда не останется моба, почему прыгнет на тебя, себя диспел. К рейду не подходишь. Когда диспелешь, то она может подходить. Отлично. Не, Винар, забирай. Все, подходи к танку и смотри, не стой пока перед лицом гнева. Чтоб тоже не ловить сало. Где-то сбоку стой, чтобы если что перехватить и как его. Стурба. На, закончилось, на центр все, на центр. Аккуратно перед лицом этого не идем. Доливаем духа. Под жопу босса. Валькирия, похватали. На ромбик забили хер, на ромбик забили хер. Осквернение 5 секунд. Разбежались. Ренжо между друг другом. На дикости. От дикости отбежали. Под жопу босса. Геро тут, не? Геро. Бузер Геро. Осквернение 5 секунд, разбежались. В рендже друг от друга, не забываем. На вошке, от вошка отошли. Играем. По валькириям сыграли. Кто в печеньке? Йо. Блядь, печеньку... Ах. По хилам. Осквернение 5 секунд, разбежались. Хил выбежал, бегом. Бегом. На ком, блять? На Джованни, от Джованни отошли. Под жопу босса, быстро. По валькириям. Играем по валькириям, быстрее. Осквернение 5. Осквернение 5 секунд, ренжо набрали. На бузере, от бузера отошли. Под жопу босса. Лиса, поворачивай к осквернению новому. Валькирия, готовимся.
Осквернение 5 секунд. Ренджу набрали. Не на пути валькириев только. На шредере. От шредера отошли. Играем по валькириям. Я Мвинар прохил. По жопу босса. Осквернение 5 секунд. Ренджу набрали быстро. Потом надо быстро сбежаться. На лопососе, от лопососа отошли. Отошли, 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 быстро. 33% прихватка, по-моему. Забили на валькирий. Так, веди его. Отбегаем. Потом... Отводи в этот, к краю, быстрее. На край, полпроцент. Прожимки дайте. Я дам. Все, прожимку дайте. Наману надо. Прожимку. Шансунг на ману. Все на край, все на край, быстро, 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 быстро. Отлично. Второй Добрый. Сразу на ману. Морфис, ты второго напуливай. Пою на ману. Отходи. Все стали за духов. Перед лицом духов не стоим. Всех слол. На ману дай. Второй дух. По второму играем уже. Сферы, две сферы фуловые. По сферам сыграли быстро. РДД по сферам. Духа больше нету. Аккуратно, близко не подходите, иначе вас нахуй шутят. На край платформы зашли. На край платформы. Отлично. Ждем. Сейчас будет хватка душ. Хилы готовимся. Пчелкина, Пчелкина прохил. Пером собьешь. Касса, ну, давай не, сбить. Духи, духи, блять, побежали. В рендже. Стоим, ждем. Ренджу набрали от босса. На войде. Отошли от войда. Отошли. Отводи, Алиса. Отводи. Духов разряжай. Убиваем, то твоя задача духов разрядить. Алису прохил. Шансон духа разряди. Попробует. Прохил убивантуса. Готовьтесь, если побежали. Что, Алису сейвать, он не собьет. Побежали, аккуратно побежали. В рендже, осквернение 4 секунды. К боссу не подходим. На дикости, от дикости отошли. Да. Отлично. Встаем за жопу босса, быстрее. Так, всех слол в тучку и пошел разбивать. Алису прохил, прохил, сука. Блять, прожим. Лопососа прохил. Хил! Вы чё, издеваетесь или чё? Он под берсой. Осквернение. Сейчас спадёт. На ком? Забирай убивантус. Боссу забери. Я ШВ, заберите босса, убивантус забери. Вот. Танчишь. Лопосос, чё ты там? Убивантус на край, на край его. Встал я, чё я? Хильте одного край. Танка, спокойно, хильте одного танка. Хлопать будет все, кто могут. Сейчас осквернение может быть рандомное. Смотрите таймер осквернения. Бил. Нету. Следу. Духи побежали. Побежал на край, на другой край, на противоположный убивантус быстрее. На шансунге друга пошли. Мне. Не отбежали. Пчелкина Бэйрь. А не. Да. Да, Пчелкина Бэйрь, пусть хилит. Там надо взорвать эти баблами. Да. Баблами положить. ДНМ разминируют. Давай. Сейчас будет хватка душ. Хватка душ сейчас будет. Лопососа прохил. Сука! Прохил его. Сука, прохил. Нету бафов на мне. Перебежали. Просто перебегайте и добивайте там 2%. Перебежали. Перебежали. Осквернение на Романстрахе отошли.
Все, не веди босса, не веди, не веди, не веди, стой. За босса стали. Тупо босса дома. Не веди, там же духи, блядь. Да похуй. 1%. Все. Не веди. Вы хоть баф мне дали? Урон шел, когда тянуло. Что ты? Ты такой, я тебя бафнул. Просто нет, бафнул. Не нужно рассказывать, по-моему. Что не ты? Знаю, я нихуя не понял из того, что ты говорил, когда ты говорил тактику 15 минут. Но колешь ты заебись. В принципе, без тактики норм. Ну типа во время боя можно понять, так скажем. Ну если не тупой, конечно. Нет, что ты сразу, блядь? Я первый раз еще в ЦЛК пришел. Ну, на лече я был. В актуале когда-то, 20 лет назад. Не знаю. Рлы те по голову. Кинул на меня этот подложнец, и он подшивил убил. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Пчелкин, расскажи, что было в комнате, пожалуйста, нам. Я сбил все касты. Я его дамажил, но нанесли. Не успел слить. Меня сбило. Все касты я сбил. Ты... И белый. Нет, зеленый дух. А ты попа килил бил этого своего? Зеленого духа. Ты видел, он его убил или нет? Там я было... стоял в центре, я с духом прервал три каста. Не, два каста. Нет, хорошо, что ты прервал. Там есть. Я не успел его слить, и меня выкинуло. Так, еще раз. Ну все, он не успел, вот и все. Там было два духа. Зеленый и красный. Я объясняю, вот красного я сливал, я ему два каста сорвал, 100 тысяч осталось. И меня выкинуло. Нет, боже, да, вы не убийцы, зеленым что случилось? Блуд. Ты сколько... на него не посмотрел даже. А, так. 100 на 1300 я начислил. Дальше. А за принятие КД что-то начисляют или нет? Нет. 100 ЕП я начислил дополнительно, и Войд за красивую игру тебе еще 200. Какую игру? Ты летел с Агре, спас пацанам. Да, никого я не спас. Нажал таунт и шевая. Во, блин, убивает. Тут ходишь в тучки, духом закрываешь. А Войд за красивую игру. Не, я еще убивантузу за то, что танчишь, дам ЕП. Так и скажи. Апан отца Крыл умер, который дал по МТ, когда вырос лич. Давайте еще мне начислим ИП, потому что у меня хуй большой. В смысле? У меня больше, не пизди. У тебя подскладка где-то там лежит. Стоп, блин, нахуй. Флут, пожалуйста, мне. Я начислил тем, кому посчитал нужным. Кого-то что-то не устраивает, нахуй в гильдии. Заебали, блядь. Арков еще кому-то нужен? Баршок, Викслоу, так. Баршок уже забирал же вроде с этой планы. Нет. Не он вроде. Опа, сейчас не Аркус, а Печенька? Так, Викслоу.